Костя, сейчас я тебе задам вопрос. Вот скажи, человек ходил на собрание и разочаровался. И говорит, что пастыря десятинщики и промывка мозгов принуждают ходить на собрание как можно чаще. В двух словах, что бы ты ответил? Ну, насчет... Могу сказать, что сейчас интернет наводнен этими клипами. Вот. Ну, я думаю, надо смотреть здраво, что нам Писание говорит, что не будем оставлять собрание. А он ходил к харизматам? Ну, есть собрание святых, кроме различных так называемых христианских церквей. Церковь Божия, она все-таки на земле, еще она остается. Надо просто искать. И Иисус говорит, что ищите, найдете. Вот, и оставлять собрание нам Писание не одобряет такую позицию. Особенно усматривая день он, написано. День пришествия, да? Да, и вот мы должны понимать, что Господь придет за теми, кто будет послушным, кто будет исполнять Слово Божие. А как определить, что собрание действительно истинное, а не просто заблуждение? По плодам их узнаете их. Смирение, доброта, самоотверженность. Ну, плод духа там. Братолюбие. Перечисляется. Любовь, радость, мир, благотерпение и так далее. Значит, любовь – это щедрость, это друг другу помогать. Радость – это радость чистая. Не анекдоты, а радость Господа. Мир – значит, люди ходят в покое, не нервничают, не гневаются. Кротость – тоже не гневаются, не ссорятся. Воздержание – значит, не курят, не пьянствуют, не прелюбодействуют. Не грешат. Да. Ну, плод есть ваш, святость написано. То есть должны в человеке отображаться качества Христа, Сына Божия. Как пишет апостол Павел, что Бог благоволил открыть во мне Сына Своего. То есть должен быть явлен Сын Божий в тебе. То есть ты как не просто называешься, но ты являешься им, Детем Божиим. Не на словах, не на показуху это. А это должно быть в реальности, в повседневной жизни должно быть видно, что это народ Божий, это избранный, искупленный народ Божий. Вот это церковь, а не что-то там, то, что называется, может как угодно называться, и названия красивые. Вот. А на самом деле там далеко до истинного христианства. Ну, да. Да.